Программа-корректор предназначена для работы с МТ-данными. В этом уроке будет представлена загрузка данных и показаны основные окна интерфейса. Для того, чтобы загрузить данные в программу, необходимо нажать кнопку «Загрузить». Рабочее пространство программы делится на основное окно, в котором отображаются графики компонент, информацию о пикетах или записях, окно опорных кривых, заголовок файла, с которым идет работа в основном окне, окно, в котором отображается информация о курсоре, и панель инструментов. Если вы использовали корректор ранее, загрузку данных можно также произвести через окно приветствия. Здесь вы сможете загрузить последние записи или проекты. При нажатии на стрелку рядом с кнопкой «Загрузить» появляется список, которым также можно воспользоваться. Вы можете загрузить сразу несколько файлов, выделив их прямоугольником или зажав клавишу Shift. Кроме того, необходимые файлы можно перетащить в окно программы. Программа позволяет загружать данные из самых разных форматов. Если вы используете данные MTH и MTL форматов, вы сможете загрузить сразу объединенный файл, либо, зажав клавишу Shift, загрузить их по отдельности. Программа позволяет перетаскивать загруженные файлы из окна записи в окно с опорными кривыми. Масштаб кривых в основном окне можно менять колесом мыши по вертикали и колесом мыши с клавишей Shift по горизонтали. Кроме того, у графика каждой компоненты есть панель, с помощью которой можно регулировать масштаб и положение кривой. Первая клавиша позволяет сделать масштаб единым для всех отображаемых графиков. Клавиша «Маска» необходима для коррекции данных и будет рассмотрена в следующих уроках. Следующая клавиша позволяет сделать декады одинакового размера по обеим осям. Далее идут клавиши автомасштаба по вертикальной и горизонтальной оси. И, наконец, «Плюс» позволяет вывести на график другие компоненты.